свечи в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны зажигали сегодня и в Луневском. Акция прошла у братской могилы в деревне Владычино. Здесь захоронены воины 16-й армии, 264 солдата и офицера. Мы чтим память тех людей, которые захоронены в этом месте, которые защищали в этом месте нашу страну, которые не пропустили врага дальше этого места. Мы помним. Жители выстроились длинными колоннами и растянули георгиевские ленты по обе стороны братской могилы. У подножия обелиска на фоне алой надписи «Помним» под звуки метронома зажглись свечи в память о каждом герое войны. Акция «Свеча памяти» у нас проходит не первый год. Все жители очень активно в этом принимают участие, и это очень радостно, потому что наша память жива, наше поколение помнит те трагические годы Великой Отечественной войны. Пока наша память жива, и живы наши герои, которые остались на полях сражений. Участники акции, жители ближайших территорий, представители администрации и депутатского корпуса возложили к монументу десятки букетов таких же пионов, которые цвели в это время и тогда, в далеком 41-м.